Вот отлично разыграно, и Закрисон открывает счет в матче. Жердев сейчас выдал пас очень зрелищно на дальнюю штангу, и уже в пустые ворота просто переправлял эту шайбу легионер Атланта. И счет становится 1-0. Всего лишь 29 секунд на розыгрыш большинства понадобилось Атланту. Неудачное начало для хозяев. Вдвойне обиднее должно быть Северстали от того, что удаление-то на ровном месте возникло просто за невнимательность была наказана командой хозяев за нарушение численного состава. Итак, Патрик Закрисон забрасывает эту шайбу. Фетов, Шипачев поехал за ворота. Включение защитника, бросок, гол! 1-1, это Кронвал с передачи Вадима Шипачева, сравнивая счет. Ну что же, обменялись реализации большинства. 41 секунда ушла у Северстали на розыгрыш лишнего. Атлант уложился в 29. Кронвал, очередной гол шведского защитника в этом чемпионате. Точно в верхний угол ворот вонзил шайбу, но здесь выждал подключение игрока обороны. Вадим Шипачев и буквально вложил шайбу в крюк. Здесь сложно было Абарулину, от ближней штанги перемещался он к дальней, тем более еще нужно было успеть перевести взгляд из-за ворота. Кронвал приближается к воротам, бросок, гол! Дубль оформляет швед в первом периоде. И вновь в большинстве забивает Северсталь. За 14 секунд до перерыва, то есть фактически гол в раздевалку, но Кронвал разбросался не на шутку. Четвертый гол шведа, то есть до сегодняшнего матча две шайбы было заброшено этим шведским защитником, а сегодня за один период дважды огорчил вратаря сборной России Константина Барулина. Кронвал, может быть, какая-то обида еще с Карелакап осталась у шведа. Да, голкиперов сборной России. И вот, вернувшись в Россию, вмещает накопленную злость швед. 2-1 Северсталь вышла вперед. Из клюшки остался Пуйстола. Фактически почти в большинстве Атлант. Вот момент, бросок, гол! 2-2 становится счет. Вновь незащищенный угол ворот. И первое звено опять-таки делает свое дело у Атланта на первой минуте. Всего лишь 36 секунд. 38 секунд прошло с начала второго периода, и счет становится равным. Вот так Северсталь забила в раздевалку за 14 секунд до ухода на перерыв, а спустя 36 секунд после выхода из раздевалки Атлант счет сравнял. По-моему, Жердев это отличился. Да, так и есть. Николай Жердев забросил свою четвертую шайбу. Все толкаются, а шайба с места никак не сдвигается. Вот только сейчас она дошла до Рыбакова. Мусатов, бросок, гол! Бросок вновь в тот момент, когда кошечки не видят шайбы. И Мусатов становится автором гола в этом матче на 11-й минуте. Нет, на 10-й минуте второго периода. Все это происходит, и вновь Атлант впереди. Вот такие качели. А в матче 1-0 вел Атлант, 2-1 Северсталь. Теперь вновь Атлант, но уже 3-2. Второй гол в равных составах в этом матче. И вновь шайба на счету хоккеистов Атланта. Кетов. Бросок по воротам. Гол! Это Чудинов! Только защитники у Северстали забивают. Но фактически гол такой же, как у Мусатова. Также закрыт наглухо Константин Барулин игроками на пятачке. Нужно было только попасть в ворота и не попасть никого по пути. Что и удалось Максиму Чудинову. Гол плюс пас также в активе Чудинова в сегодняшнем матче. Во втором случае он ассистировал Кронвалу. Сейчас забил. А сам... Не сильный бросок был, но очень удачно шайба там проделала путь. Так с досады даже выбросил клюшку Константин Барулин. Но здесь мы видим, что
Никаких шансов увидеть момент броска у Байрулина просто не было. И бросок Семенова. И гол! Там серия рикошетов, и шайба буквально запрыгала в угол ворот. Да, обидный гол для Кошечкина. Не сильный бросок-то получился у защитника. А Семенова, причем очень долго готовился к этому броску, седьмой номер Атланта. И шайба так прыг-скок и оказалась в сетке ворот Северстали. Ну что ж, третий раз сегодня Атланта выходит вперед. Случилось это на седьмой минуте третьего периода. Здесь непонятно даже, почему Крошечкин не смог шайбу эту отбить. Все увидел вратарь Северстали, как-то заранее он так начал расплываться в полушпагат. И в конечном итоге шайба и перескочила его щиток. Выиграли выбрасывание из Атланта. Бросок воротом, гол! Это Андерсон забрасывает таки свою шайбу. И всего лишь 14 секунд на розыгрыш большинства. Именно столько. Улучшили свой сегодняшний рекорд. Матищенцы, до этого был 29, теперь 14. Третий гол Юнаса Андерсона в этом сезоне. С неудобной руки верхний угол ворот близкого расстояния. Попадает шведский форвард. Счет становится 5-3. Да, многовато пропущено Северсталем в этой встрече. Пропущено Василием Кошечкиным. Если смотреть последние показатели Череповченко,